Говорит Лондон. Вы слушаете BBC. Последние полчаса мы посвящаем программе популярной музыки, которую подготовил для вас Всеволод Новгородцев. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшняя наша программа посвящена вашим письмам и заявкам, но писем много, а времени мало, поэтому сразу же, без обычных прибауток, перехожу к делу. Пишет мне Анатолий из Полтавы. Здравствуйте, сэр. Во-первых, от лица всех ваших радиослушателей и от себя лично очень вам признателен за почти материнскую заботу о нас, простых советских радиослушателях. С недавних пор мы имеем удовольствие слушать вместо коротенькой 20-минутной музыкальной передачи получасовой концерт поп-музыки. Но, между прочим, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что нынешняя пятилетка у нас объявлена пятилеткой качества, чего при приеме ваших музыкальных передач явно не хватает. И вам, гражданин Новгородцев, не к лицу срывать это важное общегосударственное мероприятие. Что ж, Анатолий, спасибо за ценные указания. Только мы тут отстаем на одну пятилетку. Наша пятилетка качества начнется в 84-м году, когда будет модернизирована аппаратура, и нас станет слышно не хуже, чем, скажем, «Голос Америки» или даже радиостанцию «Родина». А пока я лично борюсь только за количество. В конце письма Анатолий пишет. О получении же письма просьба сообщить путем излучения электромагнитных волн в эфир. А в знак благодарности прошу передать что-нибудь свое любимое, а то ведь прямо неудобно перед людьми. На радио работает, а свою заявку выполнить не может, все для других, для иностранцев старается. Песню «Love Hurts» – «Любовь причиняет боль» в исполнении группы «Назарет» я прокрутил по своей заявке, но опять же старался не так для себя, как для двух иностранцев.
Володи Ермолаева из Ленинградской области, от которого дошло лишь третье по счету письмо с правильным, кстати, ответом на викторину, и для Сергея из Великих Луг, что в Псковской области. Он со своим другом Вячеславом пишет. Слушали твою передачу и с новыми силами, взбодренные, не обращая внимания на отосланные ранее письма, пишем вот уже восьмое письмо. Слушаем твою передачу давно. Передача нам нравится. Мы согласны со многими нашими коллегами, мы имеем в виду тех, кто слушает твою передачу, что мало BBC уделяет времени поп-музыке. И то, правда, хорошо, что мы имеем возможность с тобой пообщаться хоть раз в неделю. Мы тут слышали, пишут далее ребята, что вроде бы у вас делают фильм «Элтон Джон» в Москве, и что он скоро выйдет на экраны. Верить или не верить этим слухам? Дорогие Слава и Сергей, этим слухам можно верить, эти слухи правильные. Фильм уже вышел на лондонские экраны, он небольшой, идет меньше часа, поэтому его демонстрируют вместе с каким-нибудь другим художественным фильмом, вроде как киножурнал. Также, ребята, вы прислали правильный ответ на викторину, за что вам положены пластинки. Ну а теперь к следующей заявке. Песня «Call» — «Зов» в исполнении группы «Squeeze». Мы проиграли ее для всех любителей панк-рока, в частности, для Игоря из города Уфы. Он прислал письмо с правильным ответом, в котором также пишет: «Все остальное ты должен узнать из моего предыдущего письма, четвертого по счету. Телеграмму мою ты тоже почему-то не получил». Действительно, ни четырех писем, ни телеграммы, ни других писем, о которых упоминали ребята, я не получил. Пока.
Может, их случайно в какой-то другой Лондон послали. Пора, друзья, нам стать педантами и в письмах указывать: «Послал, мол, тебе письма такого-то и такого-то числа». Мы будем таким образом вести счет пропавшим письмам, говорить об этом не таясь, а тем почтальонам, которые письма зажиливают, пусть будет неудобно. Вот что, кстати, пишет мне по поводу писем еще один Игорь из поселка Александро-Невский, что в Рязанской области. «Здравствуй, Всеволод. Привет тебе из страны советов. Я пишу тебе уже третье письмо, не выжив из тебя ни ответа, ни привета. Может, письма не дошли? Может, к тебе поступают тонны корреспонденции, и ты, взяв несколько посланий на выбор, остальные сдаешь в макулатуру, а по полученным талонам добываешь дефицитные книги? Ничего, у меня бумаги хватит еще на сотни писем, да и нервы у меня из стальной проволоки. Всеволод, я, кажется, понял, почему программа начинается в полночь, чтобы слушатели не спали сами и не давали спать другим. И вы добились своего. В последнюю пятницу со мной случилась именно такая штука, но станцию я так и не нашел. Недаром ваша радиостанция отличается самыми коварными методами идеологической борьбы. Дорогой Игорь, во-первых, посылаю пластинку, которую ты просил, во-вторых, в этом коварстве есть и моя доля. Мне предложили более позднее время по пятницам, а я согласился, полагая, что полночь — время самое душевное, да и радиоволне распространяться как-то легче. Ну, быть может, был жестоко неправ. Итак, следующая заявка. Песня «Forever in Blue Jeans» в исполнении певца и соавтора Нила Даймонда, в которой он поет, что любовь лучше богатства, и что рядом с любимой он всю жизнь прожил бы бедно и просто, как он поет
в голубых джинсах. Комментарии, как говорится, излишне. Эту песню мы проиграли для Александра из города Бакал Челябинской области, от которого дошло третье по счету письмо с правильным ответом. Правильный ответ группа Dire Straits, песня «Султан из Свинга», прислал также ленинградец Сергей Борисов, мой постоянный корреспондент. Он пишет, что у него 17 августа будет, вернее сказать, был день рождения, и просит исполнить песню «Dancing Party» – «Вечер танцев» в исполнении группы «Шувади-Вади». «Все письма твои, Сергей, я получил. Высылаю тебе пластинку. Поздравляю с днем рождения. Расти большой и умный». Песня «Dancing Party» – «Вечер танцев», которую мы проиграли для именинника Сергея Борисова из Ленинграда. А вот письмо от двух друзей – Владимира и Евгения из Киева. Они пишут. «Получили ваши бандероли. Пластинки отличные. Хотя наиболее полно мы восприняли альбом Юрая Хип. Абба и Би Джиз тоже хороши. Но диско – это не совсем наш стиль. Видимо, наш консервативный, провинциальный вкус еще никак не может расстаться с добрым старым роком. Что ж, будем стараться расти над собой, заниматься самообразованием, самовоспитанием. Тогда, может быть, нам удастся потихонечку выполнить пятилетку за 4 года в 3 смены двумя руками на 1 зарплату. Доходят же до вас письма, в которых слушатели пытаются делиться впечатлениями о вашей передаче, о радиостанции вообще. Попытаемся это сделать и мы. Слушаем мы BBC довольно часто, причем не только музыкальные программы. Слушать стараемся объективно, пытаемся разобраться, если что непонятно. Во всяком случае, мы не так категоричны, как некоторые, которые заботятся скорее о том, чтобы их послания благополучно и без всяких последствий пересекли границу. Из этих посланий берутся наигранно возмущенные строки о лжи, сказках, пропаганде и тому подобное. С другой стороны, эти же товарищи находят какой-то интерес в поп-музыке. Нам кажется, что эти друзья в скором времени дойдут до того, что будут упрекать вас в нежелании освещать различные социалистические соревнования и просить исполнить песни советских композиторов. Что же касается ваших музыкальных программ, то нужно сказать, что они для нас что-то вроде луча света в темном царстве. Правильно ведь говорят, учение свет, а не учение тьма. Вот и получается,
слушаем мы ваши передачи, и нам становится светло. А выглянем в окно, там темнота. Время-то позднее. Песня «Энджи» в исполнении «Rolling Stones», которую мы проиграли для двух друзей из Киева, Владимира и Евгения. Вам, ребята, уже едет пластинка Элтона Джона. Посылаю вам также за правильный ответ пластинку «Led Zeppelin». Из Никополя, что в Днепропетровской области, пишет мне Игорь. «Позднее время для меня не помеха. Бессонница одолела, болезнь века. А хороших снотворных достать так же невозможно, как и записи группы «Смылки», которая сейчас у нас в большом почете». Игорь просит исполнить для него песню «Я выживу» в исполнении Глории Гейнер. Музыку в стиле диско любит также Гена из Серпухова, который шлет мне низкий поклон из далекой Московии. Дорогие ребята, я послал вам письма, а сейчас для вас поет Глория Гейнер. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from out of faith. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive.
Это была песня «Я проживу» в исполнении певицы Глории Гейнер, исполненная для Игоря из Никополя и Геннадия из подмосковного города Серпухова. Многие ваши письма, друзья, содержат несколько теплых слов в мой адрес, за что я шлю вам свой низкий английский поклон. Я ведь мысленно разговариваю с вами, сидя у окошка в своей комнатке в обществе проигрывателя и магнитофона и перебирая ваши письма. Александр из Ташкента, который прислал замечательное письмо, спрашивает, сам ли я придумываю свои остроты или нет. В сегодняшней программе все лучшие остроты придумали вы, дорогие друзья, а в остальные дни мне лишь приходится поддерживать марку, как говорится. Тебе, Александр, я отправил телеграмму, но на всякий случай отправлю еще и письмо. Мы закончим сегодняшнюю программу заявкой москвича Юрика, так он просил себя называть, большого энтузиаста нашей программы вообще и шуток в частности. Мы проиграем для него, а также для всех любителей Рода Стюарта, песню «You Wear It Well» – «Тебе это идет». Я же прощаюсь с вами, желаю вам спокойной ночи, пусть вам приснится краснощекий почтальон, который с улыбкой протягивает увесистую бандероль размером 35 на 35 сантиметров и говорит: «Гражданин, распишитесь в получении, вам из Лондона, беспошлинно, в полной сохранности, даже оберточка не повреждена». I love you, I love you, I love you, I love you.